Доброе утро, мои любимые, доброе утро, мои дорогие. Тот день я вам не показала. Вот такие стаканчики я купила для воды. Думала, вот эти будут маленькие. А знаете, сколько сюда заходит? И ничего, между прочим, вчера мы ужинали. Не знаю, мне нравится. У нас сегодня дождик, ребята. Такой мелкий, такой приятный дождь. Я люблю, когда дождь. Ну, вот такой мелкий, такой приятный. Прям вот хорошо, знаете. Знаете, что хочу сегодня делать? Сегодня хочу готовить манты. Уже сколько... Правильно, как говорится, манты. Я один раз со своей дурной сестрой спорила. Но у нас всегда говорили манты, а, оказывается, говорятся манты. Так что вот так. Одела я сегодня лосины. Знаете, вот честно говорю, да, вот... Все-таки выходишь на публику, да, вот как мне там, ну, муж тоже ругает, говорит, одевайся, у тебя столько одежды, что ты, не могу, вот хоть убейте, девчонки, вот не могу я домашнюю работу какую-то делать там, знаете, вот там убирать или готовить, и вот парад на выходном, я тут не знаю, девчонки, это вот неправда, я не верю, что ты в рубашке, в хороших джинсах будешь готовить сейчас, и вот... А для чего вот это все? Вот не знаю. Я вот одеваю вот такое легкое платье. Такое, это даже вот не платье, это ночнушка. Но я ее как платье, да, вот дома, да. Вот одела лосины, вот такое платьюшко. Да, здесь вот пятно есть, это от белизны. Я не боюсь, девочки, я в ней убираюсь. Я в ней не сплю, конечно. Я ее снимаю, у меня другая ночнушка, да. Но она такая удобная на тело, да. И не, вот приучила меня мать. Вот ты пришла со школы, сразу переоделась. Вот не переоденусь, девчонки, вот не могу ничего делать в доме. Вот не могу. Мне как-то даже не одежду мне жалко. Девчонки, сегодняшний день, что там одежда? Там, кто плохо одевается, потому что или у него вкуса нет, или потому что он не хочет. Сегодняшний день можно любую там... Вот просто мне неудобно. Мне нужна вещь широкая, чтобы я, если даже брызнула мне, чтобы мне не то, что жалко было, чтобы мне было все равно. И потом раз, сняла, пошла, сполоснулась, одела что-то другое, тоже такое свежее. Самое главное, чтобы чистое было и все, и поглаженное. Вот для меня вот это что важно, да? А вот это там вот, не знаю. Вот сейчас я буду делать тесто, да? Не могу я по-другому, и все. Вот у меня здесь всегда жилет есть этот. Вот он чистенький, я его даже на улицу одеваю иногда. Я его в H&M купила. И знаете, вот так одеваю его, ну, чтобы спина была. Потому что у меня со спиной проблема, да, вот, видать, столько гладила там на сквозняке, и все, видать, я настолько ее испортила, эту спину, да, что вот не могу я вот без жилетки. Мне обязательно нужна жилетка, да. Я вот в ней целыми днями вот и хожу. Сейчас замешу тесто, приготовлю мясо, сделаю манты. Сегодня много чего хочу сделать, но посмотрим, что сделаю. У меня такие генеральские планы бывают с утра. Особенно ночью, когда ложусь спать. Завтра это сделаю, то сделаю, это сделаю. И вот так этими я и засыпаю. Так что сейчас посмотрим, что сделаю, то сделаю. Вот так. Я уже ходила на свой кофе, ходила с подружками. Вот так. Приступлю. Сперва чуть-чуть приберу здесь. Хотя здесь у меня все чистенько, но все равно надо вот это все вытереть, освежить. И приступлю. У нас дождь идет, девчонки. На балконе так слышно. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Приятно так. Пока я тесто сделаю, рак, наверное, на горе свистнет. Дочка проснулась, завтрак надо дать. Пока завтрак сделала, пока убрала этот завтрак, все. Много, наверное, делать не буду. Хотя могу заморозить. Я один раз заморозила, девочки. И, честное слово, было шикарно потом. Потом поставила его вот так. Знаете, как свежее было. Не было никаких этих... Ой, все равно мне нравится сито вот это, которое, она и быстрее, и все, вот это все, ну, просто это маленькое, удобно, вот, и ее там можно держать.
много делать не буду. Вот так, чуть-чуть. Эта мука хорошая, я в немецком магазине, вы знаете, в немецком магазине купила. Белая, хорошая мука, высшего сорта. Надо будет еще раз посмотреть, если есть, еще купить. Вчера мне в Инстаграме девчонка одна написала, что они как-то, ну, запасы делают вот, крупой, мукой. Все равно же много запасами сделаешь, девчонки, на всю жизнь. Во-первых, даже на год не напасешься. Так. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть я как бухну. Надо было соль вообще в воду делать. Ну ладно, сейчас такое пожидче сделаю. Тесто. Ой, люблю я тесто месить. Вот так руками. Я видела одну девчонку ложкой, да? Это хорошо месила, между прочим, девчонки. Вот я не умею ложкой. Вы знаете. У нас на доске тоже месят. У меня бабуля хорошо на доске месила. Тоже вот так делала, и как-то собирала и месила. Я все равно вот в этих вещах лучше мешу. Так, еще чуть-чуть воды, а то если нет, будет жидкое. Ой, будет упругое. Упругое не хочу, хочу мягкое тесто. Вот так. Я еще даже мясо не приготовила. Да ладно. Что-то его готовить. Нет, все равно упругое получается. Надо чуть-чуть мягче. Махинкал, да, я люблю упругое тесто. Смотришь на людей и думаешь, у людей проблем нету, а? Вот так выходишь, смотришь на них и думаешь, блин, смотришь, улыбаются, наверное, проблем нету. У всех они есть. Сегодня мне подруга говорит, смотрю, расплакался, что с тобой? Как это будет болезнь? Аутист. У ее сестры, дочки, сын аутист. Они, говорит, мы, говорит, замечали, она говорит, я замечала, говорит, что 3 годика. Короче, диагноз поставили. Ну, а по ребенку бы я бы не сказала. Ну, я же с ним не это самое. Я бы по ребенку бы не сказала, что у него что-то не так. Вот как будто обычный ребенок, да? Ну, в себя уходит. За эту болезнь многое чего не знаю. В себя, говорит, уходит. Блин, как-то вот так. Так. Вот, замесила. Теперь вот так. Чуть-чуть вот так. Сейчас я каталками набрела. У меня есть каталки какие угодно. Так, но я все равно на 2 части сделаю. Чтобы потом легче было и раскатывать. Вот сколько раз я делала, девчонки, из тыквы, да? Или здесь тыква что-то не то, или как-то, не знаю. Не получается у меня из тыквы. А мне так нравится из тыквы, я пробовала. Ну, тесто хорошее.
Вот так одно. Теперь другое. Сейчас мясо приготовлю. Я вот так тесто оставляю где-то, наверное, 20 минут. Потом его обратно вот так же делаю. Ставлю его обратно на место, туда в чашечку. И, наверное, 10 минут оставляю, и потом уже его раскатываю. Раскатывается хорошо. Так что вот так, девочки. Я говорю, не расстраивайся. А что еще скажешь? Вот так. Так и вот так. Вот так замесила. И шикардос. Теперь накрою и буду ждать. Вот так пленку поставила, чтобы воздух не попадал, а потом сверху с чайной салфеточкой. Вот так. Думала, записываю, оказывается, не записываю. Вот у меня куриное филе, да, вот куриное филе, говорю, куриное этот мясо. Там у меня было 500 грамм куриного, да, и я добавила почти килограмм, может быть, чуть-чуть меньше, лука. Лук я покрошила вот так квадратиками, соль и чуть-чуть воды. И вот теперь жду, пускай она все вот так в себя придет. Потом еще раз помешаю. И вот так, девчонки. Ничего больше добавлять не буду. Наверное, черный перец добавлю и все. Потому что зелень мои не любят, еще раз говорю, а то начинают, вот туда бы зелень бы еще, туда бы, да-да-да, каждый готовит, как его семья любит. Для чего мне сюда зелень сейчас поставить, если они потом кушать не будут? Я когда готовлю, я готовлю для того, для своей семьи, я даже о себе много раз не думаю, хотя в этот раз манты очень я хотела, но мои с удовольствием едят тоже. Вот так, чуть-чуть оставлю, чтобы лук свой сок дал и все. Потому что чем больше лука, тем вкуснее. Вот это я по себе знаю. Лук надо покупать сладкий, потому что есть разные, есть, которые горчат лук. Я здесь вилкой, вот так неудобно. Вот так. А если немножко останется мясо, что-нибудь другое сделаю. Ну, не знаю, вряд ли. Я купила поменьше, 0,5 килограмма. Мой Адам так любит, может быть, ему тоже отправлю. Но знаете, его надо в горячем виде есть. Потом, если ты его подогреваешь, уже этого сока нету, уже не то. Его вот ты сготовила, и сразу в горячем виде его надо есть. Так что вот так ждем. Сейчас накрою тарелочкой. Пускай отдохнет. Потом чуть-чуть перца добавлю, может быть, еще соль добавлю, посмотрим. Это все посмотреть. Вот так. И самое главное, с настроением, конечно, готовить, девчонки. Это самое главное. Так, сейчас тарелочки накроем. Время пройдет чуть-чуть. Тесто, наверное, уже хорошенькое. Ой, какое мягкое, удобное. Ну, это все. И потом покажу вам, как я делаю. Ну, это что там делает? Квадратики внутрь. И каждый закрывает, как может. Вот, девчонки. Короче, все. Буду уже делать. Знаете, вот такие моменты больше всех я вспоминаю свою родню.
Вот когда с тестом вожусь, все. Мне мама всегда в доме давала тесто мне делать. Вот не знаю почему. Ну, учила, наверное. Моей сестре бедной ничего не досталось. Хотя моя сестра, как я говорю, королева хинкала. Очень хорошо она делает хинкал. Делала. Вот знаете, мне до сих пор не верится, что ее нету. Вот не верится, девочки, вот честно говорю. Вот настолько мне кажется, как это, ее и нет. Каталку я нашла, я купила. Буду раскатывать не тонко и не толсто, знаете. А то я раньше так мучилась, у меня не было каталки. А сейчас каталка появилась. Вот так. У меня была одна, еще уже сколько времени, одна подписчица. У нее тоже был канал. Вот я ее часто смотрела, и я ее поддерживала, она меня поддерживала. Такая молодец была. Я не знаю, почему она не продолжила. Она из Казахстана, между прочим. Такая хорошая девчонка. Такая у нее семья шикарная была. И вот я видела, как она к матери шла. Ой, девочки, я там плакала. Она с матерью там манты и хинкал, когда его делала. Но они бешпармах говорят. Прям вот точно как в моей семье. У нас это как традиция была. Вот мама делала, мы все стояли, лепили, помогали. Ай, вот так, девочки. Знаете, когда имеешь... Как-то, ну, когда теряешь, потом уже начинается. Воспоминания всякие. Так что вот так. Много муки тоже не хочу. Делаю, потому что я думаю, что уже на этом остановлюсь сейчас. В интернете смотришь, они так быстро лепят и как-то по-другому. Вот стараешься, как они, да, вот все равно у меня не получается. Ой, а пельмени вообще у меня не получаются. Такие некрасивые. Хоть я с тестом люблю возиться. Должно быть везде одинаково. Вроде не толстые, не тонко, нормально. Я когда... Ой, девочки, я вам сейчас расскажу. У меня заловка, вот когда мы только этот стали вот с мужем моим. Так, где же, интересно. Я режу, знаете, вот который пиццу, а вот она. Который пиццу режет, вот с ней так удобно резать. Так, это, наверное, я... Как я порежу сейчас? Вот так. Сейчас вот так. Этот кусок. Я из него квадрат. Так, теперь. Наверное, вот так. Маленький тоже делать не буду. Вот я в интернете видела. Они как-то вот так делают. Вот так. Чтобы было одинаково. И по этой же этой они вот так режут. Как-то вот так. Как-то вот так. Сейчас посмотрим, что получится.
И вот так. Вот так. И этот кусок тоже, оно здесь сколько? А, здесь как раз. И вот так. Теперь, наверное, переверну. Вот так. Сейчас, подождите, сосредоточусь. Это надо было... А некоторые куски получатся ровно, так подождите, вот этот кусок оберу вот так. Вот так. И вот так. Чтобы ровно получилось. Ну, наверное, вот такие. Наверное, вот так. Чтобы маленькие тоже не были. И большие не были. Один день говорю я моей заловке. Приходите, я вас угощу. Ну, едой. И решила им сделать хинкал. Проходит моя заловка со своим сыном, со своей дочкой. И, девчонки, я поняла, что я так глубоко ошиблась. Они не знали, как это кушать. Они не могли это кушать. Пришлось быстро-быстро сосиски варить. А мне в Дагестане говорят, о, если ты там хинкал сделаешь, я говорю, они не поймут эту еду. И со мной спорили, как не поймут, это же хинкал. Я говорю, для них это как тесто. Вот это получилось чуть побольше. Ну ладно, вот так оставлю. Пока вот так оставлю. Сюда. Сейчас сюда положу. Вот так закрою. Сюда положу. Вот так поставила сюда, чтобы не это самое, не проветрилось, да? И вот так. Сейчас другой тоже раскатаю. И девочки, они голодные ушли с моего дома, да? Вот там дети начали, мама, это что, мы это не будем? Мне так было неудобно. Я поняла свою ошибку, что человек, если ты человека не знаешь, вот это можно починить, знаете как? Ай, сейчас как-то вот это вот так будет некрасиво, но зато будет хорошо. Это вот так. И вот так я прилеплю. И вот так я прилеплю. Вот так. Ой, моя мать так чинила хорошо вот такие эти. И вот так, чтобы... чтобы не отлипалось, да? Вот так вот это, например. Ну, вот этот кусок убрать. Получился квадратный. Ага. Вот. Ну, вот так вот, короче. Это будет слишком большой. И я подумала, все, больше никогда. Вот моим подругам хочу сделать салат. И тоже боюсь. Понимаете? Ну, вот этот шуба же есть, только не шуба, а вот как там. Я уже давно им говорила, что сделаю, но никак не решаюсь. Ну, на этой неделе сделаю, понесу, посмотрим, что они мне скажут. Не захотят, пускай они покушают. Так, это уже все, это я. Тесто выкидывать вообще нельзя, это такой большой грех. Ну, тесто, хлеб, какая разница. Я никогда не выкидываю. Вот так, сейчас другой тоже раскатаю, порежу, девочки. И начну. Так что не все понимают наши блюда. Но я думаю, что от мантов или от мантов никто не откажется. Мне так кажется, не знаю. Так, короче, продолжу. Сейчас раскатаю это тоже.
буду лепить, девчули. Не буду лепить. Они, знаете, они начинают. Ой, а это что? Ой, это с таким, не знаю. Понимаете, вот как будто... Там же по продуктам видно, да? Вот, например, вот в любое там пойдешь там кушать. По продуктам же видно, что там есть, что там нету. И может быть это вкусное или нет сочетание. Как вы со мной спорите? Разве может быть морепродукты и курица вкусно? Еще как? Еще как? Когда вот они делают паэлья, они иногда даже с кролика делают паэлья. И морепродукты. И очень даже вкусно. Но я тоже не такой уж любитель морепродуктов, если честно сказать. Хотя там много железа. Очень полезно, говорят. Хотя не знаешь, кого слушать, девочки. Послушаешь одного. Короче, воздухом питайся и все. Все вредно. У меня один знакомый был. Он вообще мясо не ел там. Только овощи. И то... Там овощи, которые чуть ли... Он булгар был. Ну, почему был? Он и сейчас, наверное, есть. Просто не общаюсь. Это моей знакомой одной. Знакомой. Он вегетарианец, короче. Но он там такой странный. Они же разного вида есть, вегетарианцы. Он такой странноватый был. Но он говорил многие правильные вещи, конечно, не спорю, что у него отец очень сильно болел, даже вот раком, что ли, что-то такое у него было. И он с питанием отца своего вылечил. Голодовками, короче, вот так. Наверное, и правда, ребята. Но мы народ кавказский, я за себя говорю, да? Мы вот привыкли мясо. Хотя сейчас у нас на Кавказе тоже есть вегетарианцы, как нету? Мы тоже полезную еду там уже как-то более понимать начали. Ну вот это интернет, это все, это тебя же учат. Эти у меня более тонкие получились, не знаю почему. Я решила такие, ну, наверное, более маленькие сделать. А эти даже заморачиваться не буду. Вот так. Я так никогда не резала, девочки. Это второй раз, что ли, я вот так режу. А так я всегда вот так, на глаз, на квадратом. Вот и все. Теперь разложу и буду лепить. Сейчас это все уберу, приготовлю и буду лепить. Я купила вот такую и другую купила. Ну вот это, хоть я фирма, вот это, ну, обыкновенная... Хочу ей, она вот как дезодорант. Вот ей вот смазать. Я думаю, что с ней хорошо. Пахнет оливковым маслом.
Всегда делала с сливочным маслом, а сейчас хочу оливковым. Ну, посмотрим. Надеюсь, что она везде. Ой, все равно не доверяю. Лучше кисточкой проведу. На всякий случай. Здесь у меня столько хутура-мутура, да? Что когда что-то надо, хрен найдешь. Потому что слишком много вещей. Понимаете? Потому что мне все надо. У меня 150 кисточек, 150 разного вида, разного этого. Ой, я не знаю. Я такая тоже... Люблю, когда в семье все есть, да? Ну, это не в семье, а имеется в виду на кухне. Ну, всякие причиндалы. Ой, девчонки, есть у людей, которые нормального ножа в доме нету на кухне. И хозяйка, и много лет еще на кухне. Я знаю, почему я так говорю. Я встречала таких людей, у которых вот ни хрена, девчонки, на кухне, да? У меня одна знакомая, у нее, знаете... Ой, мамочки, у нее кастрюли, вот не поверите, девочки, у нее кастрюли как будто вот игрушечные, как у моей Кайтаны куклы. Кастрюли все такие, и их, у нее сын и муж, два мужика дома, взрослые, да? Вам видеть надо было, как они готовят. Это что-то, ребята. Вот, наверное, вот такая кастрюля, девочки, представляете? Вот одну, я видела своими глазами. Ножку поставили одну, вот эта ножка тоже вот так торчала. Девчонка, она суп сделала, а? Каждому там, ой, кошмар, короче. Я вообще бываю в шоке от людей, да? Ну, и живут. И главное, не худые. Были бы там худые, да, я бы еще сказала, ладно, они там, ну, не едят. Есть же люди всякие, которые, им еда не нравится. Нет, они покушать любят, ты их пригласишь домой. И легче убить, чем прокормить. Понимаете? Так что вот так. Так, начну. Сейчас все приготовлю и начну. Вот, девочки, я вам не мастер, не шеф-повар. Я делаю, как умею. Типа. Хорошо? Вот моя дочка тоже пришла. Смотри, Кайтаночка. Ты уже забыла, да? Смотри, Кай. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Это могу трогать? Можешь. Давай, давай, давай сперва вот это делаем. Быстренько сделаем. Девочки, смотрите. Помните мой последний стрим, да? Вот сейчас я вам рассказываю в дальнейшем, что получилось. Короче, она мне ответила. Давай сюда становись. Делай здесь. Да. Она мне ответила, но я вам сейчас хочу сказать, да. Вот так. Ты забыла, да, уже? Вот так. И получается конвертик. Я отказываюсь жить в таком мире, где люди в доброту и в честность уже не верят. Вот так? Да, а теперь вот так, да. Вот так. Молодец. Умница. Я с мамой моей тоже лепила. Вот. А, даже, ой, какой красивый. У тебя такие аккуратные получаются, доча. Сейчас давай кастрюлю вот сюда ставишь. Вот смотри, доча. Вот сюда. Убери свою мантышку. Вот так. Подними, подними. И давай, ставь аккуратненько вот так. Я тоже буду ставить. Да, ставь. И... Вы мне там написали, там, не будь такой наивной или такой. Вы знаете, сколько людей мне в Инстаграме написали, что они тоже такие? Так что я не одна такая. Аккуратно надо ставить, не вот так, Кайтана, смотри. Надо ставить, сейчас я вот это возьму. Ага, вот, нет, вот так. Нет, вот так нет. Смотри, доча. Вот так. Como unos soldados. Вот так. А, молодец. Вот, и мне люди многие написали, что они тоже такие, что они тоже верят, что у них тоже бывает такое, что и обманывают.
И ничего страшного, они все равно остаются при своих мнениях, потому что не все мы такие. Она мне написала, девочки. Сейчас я вам... Ты вот эти делай. Так, давай подвину сюда. Вот сюда подвину. Давай я это доделаю. Делай это. Сейчас я поставлю. Мяса, говорит, мало. Поставь, если ты видишь, что мяса мало, ставь. И она мне пишет. Ты меня извини. Ты у меня единственный человек, на которую я могу обращаться. Вот. Я не ответила на твой звонок, потому что это не мой телефон. Это моей дочери телефон. У меня только кнопочный. Ничего страшного, поставь. У меня только кнопочный. Короче, девочки, я сразу, ну, знаете, уже как-то по-другому стала, послушала. Я не позвонила к этому, этой девушке, которой ты мне номер телефона дала, потому что мне стало неприятно. Ты такое ощущение, что от меня хочешь избавиться. Вот только и поэтому. Как это от меня избавиться? Я же тебе пишу, что этот человек в Польше находится. Он через волонтеров приехал. Он бесплатно. Я тебе даю номер телефона. Она мне, вот мой номер телефона. Видеозвонок я с тобой делать не могу. Я к тебе звонить не могу. Ты сама ко мне звони. Короче, знаете, девочки, я подумала. Короче, с тобой все ясно. И все, с тобой все ясно. Короче, одним словом, дай мне деньги, короче, дай мне деньги. Мне не надо никакие волонтеры, я хочу деньги. Дай мне деньги. Вот, вот я какой вывод сделала. Вы поняли, да, девочки? Вот такой я вывод сделала. А как говорит Татьяна Васильевна, да, и уехал в Китай. Поняли, да? Мне многие написали, что там начала там писать, нас разбомбили, нас это, у меня никого нету, у меня есть единственный отец, я сама из России, сама живу там. Ну, разницы нету, да, где она жила. Отец от меня отказался, потому что я сама русская, я сама не украинка. Она мне пишет, я сама русская, я не украинка, если хотите, я могу вам прочитать, у меня нет никаких проблем. Ай, какая маленькая, делай аккуратненько, ага, молодец. Я сама русская, я не украинка, я просто живу здесь, в Украине, но отец от меня отказался, потому что он не любит украинцев. А это здесь я при чем, если ты не украинка? Короче, девчонки, пургу, короче, поняли, да? Пургу мне стала месть, короче. Если моей семье грозит угроза, вот, допустим, моей семье угрожает угроза смерти, девочки, разве дороже жизни что-то есть твоих детей? Я беру свою Каэтану, беру своего Адама, ни на что не смотрю. Если мне кто-то говорит, там есть волонтер, пешком к этому волонтеру иду. И обращаюсь. Пожалуйста, помогите, хочу уехать. Хочу уехать поблизости, далеко, мне разницы нету. Знаете, как мне правильно написали, а что, обязательно в Европу надо ехать, что ли? Можно и в Украине, ага, другую ставь. Давай. И в Украину есть места, которые как говорится, там не бомбят ничего. Понимаете? Сейчас, Каэтаночка. Сейчас вот так поставлю. И здесь чуть больше надо. Вот так, девочки. Я, короче, все поняла. Вы не думайте, что я такая. Вы там пишите. Как можно быть такой наивной? Я не одна такая. Что вы думаете? На доброте и держится этот мир. Я думала, много получится. Ни хрена не много. Вот так. Потому что я сюда, когда приехала, ох, как я нуждала в помощи, девочки. Только в одной единственной... Моя мечта была искупаться, девочки. Вот что. Мне так как не деньги нужны были, а вот лишь бы мне вот дали место искупаться, согреться, как говорится, и покушать нормальную еду. Потому что я сперва не могла эту испанскую еду есть, потому что я вот не понимала, не знала, что там. А еще там такая женщина была...
Я многих послушала и приняла вывод, сделала вывод. Но сделала вывод по своей голове. Не потому, что мне кто-то там что-то там сказал там или глаза открыл. Вот, вот, вот мое, вот мое сокровище. Вот о чем я должна думать. Вот о них я должна думать, девочки. О них. Я не знаю, что завтра будет со мной. Я должна о них думать. Мое будущее, вот оно. Мой род, мое будущее, моя семья. Вот это и мой муж. Не такая я уж и глупая. Просто за живое меня взяла, за слабость там. Она брата потеряла, я тоже сестру потеряла. Туда-сюда я смотрела твой стрим, но только под конец. Какие люди странные, она мне пишет. Какие люди странные, они почему не понимают, что здесь я прям по улице. А мне сколько людей написали, которые в Днепре живут. Нету здесь такого. Один раз только было, говорит, кое-что, говорит, и все. Нету здесь такого. Никого здесь они не стреляют, никого здесь не убивают. Что за глупости? Не ведись на это. Как можно? Твоему ребенку угрожает, угроза, как ты мне пишешь там. Уже все, короче, пипец. Уже все пипец. Он, Самвел из Питера живет. Она тоже как раз из Питера. Вот к нему пускай обращается. Правильно Самвел сказал? Один раз помните, да, девочки? У него тоже там кто-то просил. Он сказал, сделай мне видеозвонок, покажи, что ты на границе. Покажи. Она сразу, у меня там это, у меня там то. Мне девочки там писали в Инстаграме, я посмотрела этот ролик. Вот его тоже крутят и вертят. Хотели крутить, вертеть. Он уже продуманный, он уже понял, у него уже больше этот. Но как можно, вот как не стыдно, а? Я уже даже за грех не говорю, просто говорю, как не стыдно на эмоциях у людей играть. Катя, ты уже как стала делать? Хорошо делай. Вот так, Люша, не делай, Кай. Смотри, как тетя аккуратно делает. Ты же у меня артистка. Вот так, девчонки. Так что смеяться тоже здесь я не на чем. Понимаете, я там, я как поняла, там... Меня за какую-то дуру, что ли? И никакая я не дура, девочки. Дура была бы, в дурдоме была бы. Понимаете? Это точно барко, как твой дядя говорит. Кораблики. Мой муж называет это кораблики. Не поняла. Я давай, ты давай сюда. Ты давай сюда, я здесь я буду. Вот так, ребята. Так что сейчас приготовлю чеснок. Не буду об этом глупости думать. Вот и все. Просто мне стало очень обидно, потому что я на этого человека и время потеряла. Я переживала. А она мне пишет, я этому человеку не позвонила, потому что я подумала, что ты от меня избавиться хочешь. Ты вообще гонишь, что ли? Какой избавиться? Я хотела тебе помочь. Ты же сама мне сказала, тебе нечего терять, ты оттуда только хочешь уехать. Я как поняла, это я вот это поняла. Оказывается, тебе просто деньги нужны, и все. А у меня лишних денег нету. Какой лишний? У меня... Кайтана, ну это что такое? Делай хорошо, пожалуйста, не делай так. Это же вообще некрасиво. Это ж так легко, это вот так. Раз, раз, раз и раз. Смотри, какие у тети красивые. Смотри, какие у тети красивые. Пухленькие, как сама тетя. Да, собери вот так ручки, да. Сделай вот так. А то...
Моя Кайтана тоже пижаму не снимает. Сегодня вечером, может быть, погулять пойдем, Кайтанка. Так. Так что... Так что вот так. Понимаете, некоторые твою доброту за слабость принимают. А мне плевать. Все равно я знаю, что нас, хороших людей, и которые вот так человечные, намного больше. Я это знаю. И мне это хватает. Вот так, ребята, уже заканчиваю. Ой, наверное, я мукбанг сделаю, манты. Если что, запишу. Ты хочешь со мной мукбанг сделать, Кай? Нет. Нет? Ты хочешь спокойно кушать, да? Ты вот это делай, да, я вот тут сделаю, потому что ты не сможешь. Это вот так. Это вот так. Потому что здесь есть, которые я вот с этим сделала, но все равно можно из них сделать красоту. Вот так. Вот так и вот так. Вот и все, Кайтаночка. Спасибо, доченька, что ты помогла тете. И себе, конечно, потому что ты тоже будешь это кушать. Она тесто свое берет. Куда ты идешь? Туда не надо с тестом идти, ты же испортишь все. Испачкаешься. Нет? Пока, дочь. Вот так, девчонки. Вот мои мантышки получились. Сейчас я вам покажу. Ну, наверное, и так все было видно. Так, это надо чуть-чуть подвинуть. А то если нет, не помещается. О, мой муж пылесосит. Я его попросила, попылесось, пожалуйста. Пока я вот это сделаю туда-сюда. Сегодня Кайтаночка кровать убрала, муж пропылесосил. Короче, лафа. Вот такие у меня мантышки, девочки. Вот так. Приятного вам аппетита. Кто хочет манты, приходите, покушаем. Пока, мои любимые. Мясо чуть-чуть осталось. Сейчас это мясо, наверное, поставлю. А что-нибудь сделаю из них, девочки. Мясо никогда не портится. Ну, я имею в виду, лишнее не бывает. Целую вас. И очень, пожалуйста, я вас прошу. Вот и за одну, и за двух не надо делать это выводы за всех людей. Мы все люди разные. Пока.